Исцеление светом. Утром, лежа на кровати, я медитирую на электрическую лампу. Это светодиодная лампа мощностью до 25 ватт. Номинальная мощность. Я ложусь и смотрю назад на лампу. Течение 4 ударов сердца. Для того, чтобы следить за ритмом, я пою мантру. Сегодня солнечный зимний день, 16 декабря 2023 года. Ровно 18 лет назад я выбросил все свои очки и с тех пор непрерывно улучшаю зрение. Буквально неделю назад я начал медитировать на лампу светодиодную, которых у меня очень много. Вот здесь настольная лампа светодиодная, вот такая. Я смотрю открытыми глазами вот сейчас на эту лампу. Можно раздваивать это изображение с помощью ладони или с помощью мудрого Иисуса. И тогда вы увидите две лампы. А сейчас я даже свет направляю в глаза, чтобы глаза привыкли к яркому свету. Почему я медитирую на лампе? Потому что солнце не всегда бывает, а лампа всегда дома есть. Итак, исцеление светом лампы. Что я делаю? Лежа в расслабленном состоянии, я пою мантру на вдохе и на выдохе в течение 8 ударов сердца. Сейчас я включу метроном. Вот я смотрю на лампу. Сейчас я буду смотреть прямо в камеру и петь мантру. Значит, 4 удара, половина времени вдоха я смотрю. Наоборот, сначала закрыт глаз, а в конце открыт. Потом меняю глаза.
Причем, что я хочу сказать, я пропел несколько вдохов и несколько выдохов, но нужно это делать как можно дольше, и в положении лежа. Еще и глядя назад на лампу. Сначала одним глазом, потом другим. Попробуйте и, пожалуйста, напишите. Я думаю, минут через 8 у вас зрение улучшится. И вы сможете видеть даже надпись на лампе. У меня на лампе написано «Космос». Всего вам доброго. Скачайте мою книгу «Алгоритм гармонии», которая будет в описании этого видео, в комментарии, бесплатно. И почитайте теорию восстановления зрения, теорию о работе глаза, как там строится изображение, где оно должно строиться. Оно должно строиться в центре сетчатки на макуле. С вами был Николай Полыга.